Всем привет, говорит GetFun. Вчера на моем канале закончился конкурс, где главный приз был Тирпиц. Как всегда, желающих получить корабль было намного больше, чем разыгрываемых кораблей. Потому для тех, кому удача не подарила крутой бой, я озвучу специально частушки. Быть может, это смягчит горечь поражения. Вышел Тирпиц из порта, постреляй слегка с борта. Он с трех залпов из ГК разобрал два корабля. Не учел он одного, что нема там ПВО, и с одной из кадры торпов он пошел опять до порта. Идет Тирпиц по волне, видит корабли вдали. Тут же начали бодаться и снарядами кидаться. Тирпиц метко попадает, но и залпы принимает. Под конец своей борьбы удивил торпедами. Гитлер Тирпица любил, он на нем в бои ходил, залетел фугас в трусы, подпалил ему усы. Кучу денег Тирпиц стоит, это школьников расстроит, чтоб им денег накопить, им весь год ни есть ни пить. А для фарма и наград Тирпиц годный агрегат, но косяк есть у него, как у шлюпки ПВО. Как заслышу я про Тирпиц, заиграет кровь ключом. Ох, увлекся я линкором, а голда тут ни при чем. Как из Тирпица пальнут, вы невольно вскрикнете. Раз пальнут, два пальнут, а потом привыкнете. Вот и все. Спасибо за внимание. Надеюсь, ваши уши на месте. Мозг не взорван и настроение только поднялось. 7 футов под килем и удачи вам. Услышимся уже очень скоро. Гитлер Тирпица любил, он на нем в бои ходил. Залетел фугас в... А-ла-ла-ла-ла! Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки, подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного, потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я выпускаю контент практически каждый день, заскучать не получится.